Минздрав Израиля впервые за многие месяцы присвоил статус красных городам Бейер-Яков и Эйлат. На сегодняшний день никаких карантинных ограничений нет, но по мере роста количества зараженных может быть принято решение об их введении. Отмечается, что число заболевших коронавирусом в Израиле продолжает увеличиваться. Около 300 человек проходят лечение в медицинских центрах. Состояние 92 из них оценивается врачами как тяжелое. 34 пациента подключены к аппаратам ИВЛ или ЭКМО.